друзья, на своем канале. Сегодня покажу небольшой лайфхак, как отмыть плитку, инструмент от затирки, шпаклевки, краски и цементного клея для плитки. Такой способ подойдет почистить не только плитку, но и инструмент. Вот такое дешевое копеечное средство идеально почистит плитку. Хорошенько промазываем, все, чтобы все впиталось. Обильно смазываем, клей не жалеем. После ремонта всегда остается клей. Стоите, обычно его выливают. В принципе, его можно использовать для таких целей. Все, отставим. Пусть намокает. Теперь берем плитку. Все, теперь ждем 5-8 минут и будем смывать простой водой. Так, прошло 5 минут. Теперь берем вот такую плотную ткань, смачиваем хорошо ее и протираем. Посмотрим наш уровень. Сегодня все. Вот такой вот небольшой лайфхак. Надеюсь, вам поможет. Упростит ремонт. Клей тут взял самый дешевый. Он где-то на зоне рублей 130 стоит. В принципе, они что, дорогие клеи, типа келиды, если момент. В принципе, не действуют все одинаково. Ну все. На этом всем пока. Счастливо.